Добрый день, доброе утро, церковь. Мы Щербаковы. Многие нас знают. Добрый день. Спасибо вам большое за ту честь, которую нам оказали сегодня зажечь эту звезду. Но все равно представлю нас. Меня зовут Сергей. Я, получается, старший в этом семействе. Это моя жена Галина. Наша дочь Настя, сын Данил и наши старшие, уже семья, Максим с Женей и наш внук. Я так понимаю, один из семьи у нас не волнуется. У него все нормально, мы волнуемся. Рождество действительно для нас тоже праздник. Мы хоть и без Рождества стараемся быть вместе, собираться, делиться своими радостями. Но Рождество, правда, такое время, когда начинаешь думать о том, сколько прожито, с кем прожито. А мы прожили это время большое вместе с вами. Вот сколько я себя помню, ну, правда, у меня память не очень хорошая, но мы всегда с церковью, всегда со своими братьями и сестрами. Мы сегодня зажигаем вторую звезду. Эта звезда называется Вифлеемской. Мы о ней вспоминаем, и она говорит нам о том, что когда-то в этот мир пришел наш Господь Иисус. Мы благодарны за это, что можем передать это детям, знать об этом сами. И когда мы готовились к сегодняшнему вот выступлению, если так можно сказать, мне Галя сказала: а у меня в жизни тоже была такая звезда. И мы хотим поблагодарить за этот свет, который в нашу семью, через вот Галине. Для нее это Екатерина Григорьевна. Екатерина Григорьевна, вы для нас звезда. И также мы очень благодарим Нину Дмитриевну и Риму Владимировну. Они были в самом начале с нами. Они поделились своей любовью, когда нам это очень нужно было. И не знаю почему, но сегодня я не мог спать почти всю ночь. Хотя вроде бы ничего такого не было. И я думал о том, как бы я хотел, чтобы обо мне когда-нибудь так же сказали, что я кому-нибудь принес этот свет. А сегодня давайте все вместе зажжем эту свечу и вспомним о том, что для нас пришел в этот мир наш Господь Иисус Христос. Спасибо всем за то, что мы можем быть с вами в эти дни. Спасибо.